Добрый день, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики. С вами, как всегда, я, Наталья Лебедева. Хорошо в деревне летом. Я получила очередную посылку с растениями. Впереди у нас еще очень много посылок из разных питомников. Вот, смотрите, мои долгожданные нарциссы. Сейчас я вам покажу их. 8 штук. Вот сейчас давайте мы вместе с вами откроем и посмотрим, что там внутри. А для тех, кто присоединяется к нам случайно, поясняю. Мы все делаем вместе, все в прямом эфире. Сажаем, делимся опытом и наблюдаем за нашими растениями с 2005 года. Итак, смотрим, что у нас внутри. Так, вот наша с вами грядочка, клумбочка весенняя. Как видите, все взошло, и об этом позже. Куда же нам с вами... Я даже не знаю, но давайте вот здесь вот посмотрим, что у нас там внутри. Вот такие 8 луковиц. Честно говоря, я бы сказала, что это не очень хороший посадочный материал. Вот такие луковицы. Я, честно, очень и очень расстроена. Ну вот это, посмотрите, что это. Вот такие нарциссы я получила. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И вот такой, вот он, 8-й. Вот такая вот посылочка. Ну все, давайте, дорогие мои, сажаем. Ну вот, дорогие мои, мы посадили. Запоминаем, какого числа и что мы с вами посадили. Всем хороших посадок и пышного сада.